Всем привет! Меня зовут Капранова Ольга. Я десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта. После окончания спортивной карьеры мы с моей сестрой Екатериной, которая мастер спорта международного класса, многократная чемпионка России, решили открыть свой спортивный клуб по художественной гимнастике и учить детей. Спортивный клуб мы так и назвали – школа Ольги Капрановой. Мы прошли очень большую школу художественной гимнастики. Нашим тренером была Ирина Александровна Винер-Усманова. Наши дети выступают на различных соревнованиях – от международного уровня до самых маленьких матчевых встреч. Мы тренируем девочек от 3 лет и до 18. 2 года назад мы выпустили 2 мастеров спорта по художественной гимнастике, и это для нас большой успех. Наши дети получают спортивные разряды, а те, кто не хочет, они тренируются для себя. Приходите к нам на художественную гимнастику. Меня зовут Капранова Екатерина Сергеевна. Я генеральный директор спортивного клуба по художественной гимнастике «Школа Ольги Капрановой». В нашем клубе более 400 юных и уже более опытных гимнасток. Не так давно наши гимнастки получили звание кандидата в мастера спорта. 5 человек. Мы этим очень гордимся. Мы выступаем на соревнованиях различных уровней, начиная от первенств Московской области и заканчивая различными высокостатусными турнирами. Не так давно мы выступали на фестивале Алины Кабаевой, где наша команда заняла 2-е место. В нашем клубе работают опытные тренеры, которые безумно любят детей, гордятся своей работой. Они выполнили звание мастеров спорта международного класса и теперь своим талантом обучают наших юных гимнасток. Ждем вас, приходите все к нам. Мне нравятся тренеры, потому что они помогают делать то, что у тебя не получается. А гимнастика мне нравится тем, что это очень красивый и пластичный спорт.